На улице Кичкемецкая, прямо возле жилого дома, красуется огромная куча мусора. Уже как больше месяца коммунальщики не очищают территорию. Жители возмущены, обращаются во все инстанции, но результат оставляет желать лучшего. Многократно обращалась в администрацию города, в администрацию, не в администрацию, на прямую линию в Совет министров. Все обещают, все разберемся, заявки наши подаются, куда говорят надо, по адресам, но ВОЗ и ныне там. Всем весь мусор под покровом ночи и днем люди привозят сюда со всей округи. Местная жительница Наталья Данилова живет прямо напротив свалки. Рассказывает, с каждым днем мусора здесь все больше и больше. Отходы сюда привозят жители других районов города. Причина – нет контейнеров. Согласно нормам, мусорные баки не могут быть расположены вблизи 5 метров от жилого дома. Мы просили, чтобы рассмотрели вопрос о переносе вообще этих баков от нас. Мы не хотим, чтобы они были рядом с нашим домом. После многочисленных обращений администрация города отреагировала на ситуацию и поручила Экограду навести должный порядок по указанному адресу. Таких писем у жителей собралось уже десятки. Мы также связались с предприятием, нам пояснили, что контейнеры очищают каждый день. А вот за уборку вокруг площадки отвечают уже другие компании. Около часа она как по маршруту убралась, чисто все. И на свалке относится к МБУ город и МУП Киевский, да. Убираем бачки и контейнерную площадку, девушки. Жители не только хотят избавиться от мусора, но и требуют перенести контейнеры подальше от жилых домов. Ведь по закону мусорные баки должны быть расположены на расстоянии не менее 20 метров. Султания Еситакаева, Виталий Голубев, телеканал «Милет».